22 года назад в Санкт-Петербург из Германии приехал русский немец Виктор Бланк с 6 волонтерами для того, чтобы помогать детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Так появился уютный дом для детей, которые оказались оторванными от семьи – детский ковчег. За все эти годы более 300 детей в приюте обрели новую жизнь. Сейчас организацию возглавляет Джек Кербс, один из первых волонтеров, которые приехали в северную столицу. Основные направления организации – это социальный приют, социально-развивающий творческий центр, поддержка приемных семей и работа с подростками. В настоящее время работа по данным направлениям ведется в Ленинградской области, Красноярском крае и Республике Крым. Мы, можно сказать, говорим или прививаем детям эти духовные ценности. Это радость, надежда, любовь. Об этом говорит Библия. И я очень рад, что мы живем в христианской стране, где мы можем об этом тоже говорить. Потому что вера, она никому не помешала. Если человек верит, то он, конечно, освобождается от многих-многих проблем. В это я глубоко верю и убежден, что это поможет каждому человеку и, конечно, нашим детям. И, конечно, моя большая мечта еще, или наша мечта, чтобы дети, которые у нас в государственных детских домах, да, чтобы они не были в этих домах, чтобы они были в семьях. И, конечно, я побуждаю семьи, если вы являетесь семьей, то, может быть, пройдите школу приемного родителя, да, задумайтесь о этой тематике, и, может быть, у вас есть, во-первых, место в сердце и место в вашей квартире или доме, чтобы взять такого ребенка под опеку. Я был, конечно, очень рад. И чтобы такие проекты, как наш, они были по всей нашей большой стране. Потому что мы являемся в этом уникальны. Почему? Потому что много людей, я бы сказал, много людей в нашей стране, которые готовы жертвовать, готовы помогать, готовы содействовать к лучшему. И поэтому мы живем в большой, интересной стране, Россия. Я верю, что вместе мы это можем достичь. В приюте создают уникальные условия для воспитания духовной, нравственно-гармоничной, физической, здоровой личности, способной стать полноценной частью общества и в будущем создать свою здоровую и любящую семью. Чувствуя эту потрясающую атмосферу любви и заботы, приют поддерживает большое количество друзей как из администрации города, так и общественных и христианских организаций со всей страны. В этом служении невозможно что-либо делать без любви. Любви вообще к человеку, а тем более к маленькому человеку, как ребенок. И дети не виноваты, что они оказались в той или иной жизненной ситуации, но есть возможность это исправить. Тогда, когда мы начинаем, замечая, служить, открывать свой, во-первых, разум, ум свой, позволить, чтобы потом открылось сердце, то есть подумать, остановиться и подумать, а что я могу сделать? Зайдите на сайт, посмотрите, послушайте, да, полистайте, задайте вопросы, и вы увидите, что есть много того, в чем вы можете участвовать. Информационное бюро «Спектр», Санкт-Петербург.